Как прочистить раковину? Во-первых, нужно избегать ее засорения. Для этого вы можете использовать вот такие вот небольшие ситечки с Алиэкспресса. Они стоят буквально несколько десятков рублей. И через несколько, пару-тройку недель вам придет такие. Их можно сразу заказать разных размеров для разных раковин. Для ванной комнаты, для кухни. Они позволяют избегать накопления грязи из-за ссора раковины. Правда, приходится все это относить в мусорку.